Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Всем привет и добро пожаловать на поля сражения игры Носгот. В этот раз нас тут трое. Где привет? Привет, привет, а видимо... Привет! Всем привет! Всем привет! Для тех, кто не смотрел... Ты хоть представил бы нас для начала? Люди, да зачем? Люди-вампиры, вампиры-люди. О, музло вот, поперло, нормально. Теперь можно. С вами сегодня Аршадат. Аль-Шадат. Аль-Шадат, что-то я не подумал, как ник правильно спросить произносится. Аль-Шадат и Илья Болкс. Можешь назвать меня Аршавин, ты не против. Отлично, только не машь, пожалуйста, стреляй точно. Так, побежали, что делаем? Чего такое? Это отлично просто. Стреляет? За фейерверками получится. Ты далеко не убегай. Аль-Шадат, смотри буквально везде, сверху, снизу, слева, справа, они везде. Да я понял уже. Я как бы запер. Ничего, нормально, сейчас мы устроим второй Сталинград. Ты далеко не убегай от нас. Поверь, здесь полная жизнь. Блин. Какая-то тварь. Что за хрень? Я ничего не вижу. Кто-то... Ай-яй-яй-яй. Кислота, кислота, херва кислота. Я тут с флангов, если что, прикрываю. Я, блин. Меня съели. А, меня забили, но я успел одного вальнуть. Слезь с меня. Вот, нет. Он слез, но ненадолго. Я успел одного все-таки вальнуть. Ну ничего, он вернется, мы поженимся. Так, нет, он на самом деле просто тобой опять снова воспользуется и уйдет. Блин, слушай, это проблема. В принципе... Ой, нихрена себе. На тап нажми, посмотри второго у них охотника. Этого. Охренеть. Какой-то золотой. Че, куда бежать-то? Главное вместе бежать. Не... Да, главное, стой на месте лучше. Спиной к спине. В принципе, если мы тут продержимся подольше, то можем и победить, если они нас меньше убивать будут. Да, подумаешь, 1-4 всего лишь уже. Фигня какая, мы по-любому победим. Так, они где-то... Кислота, осторожно. Кислота. Ты вообще откуда вылез? Они по стенам умеют лазить. Он мне голову свернул. Это плохо? Да нет, нормально. Он тебе угол, нормально. Угол обзора просто увеличил. Надо ему спасибо сказать, да? С третьего класса не видел больше 180 градусов, да? Ну, тут видит. Шикарно просто, я убил и меня вальнули. Да я бегу. Мать. Я бегу, я сейчас всех спасу, пацаны. Наверное. Это то есть не тебя только что сажали? Ты чё, а как от этой атаки уворачиваться? Наверное, скорее всего, никак. Смирись и умри. Но если что, перекатываться на пробел можно. Все, хорош. О, он опять не угол обзора увеличил. Какие добрые люди. Ну или кто они там? Ай-яй-яй-яй-яй. Сдохни, тварь. Я ёб твою мать. Так, побежали. Кстати, оказывается, на L можно после смерти выбирать персонажа. Да, я уже знаю. Вы не прочитали, что ли? Нет. Там вообще-то пишет. Я не читал, если честно. Мы как-то не было времени обращать внимание на это. Где все? Я был мертвый. Я за тобой бегу. Я за тобой. А я уже стреляю в кислота, уходи. Так, быстрее. Смотри, они сверху обошли. Нормально. Сзади. Да ты чё? Хорош, первый убийство, наконец. Меня только что гасил. Так. Чё, где, кто? Куда? Я через 2 секунды восстановлюсь. Главное... Нихера не вижу. Они какие-то дымовые гранаты, что ли, кидают? Да, они там прям туман у них черный или чё. Так, Дженнис... кстати, там новая... На крышу у меня вижу. Сзади вас, сзади обходят. Ушёл. Супер-мега-скилл. Ах, нихера, они тут четверо, что ли, твари. Кислота. Да. 20 хп получил. Эксперт. Точнее, не хп. Он какой-то там скоростной есть. Да они все скоростные. О, я понял, по каким теням. А, меня помогайте. Тебя да помогать. Тут. Блин, беги. Все.
опять угол обзора увеличили. Джек? Ну, хочу вернуться. Она побежали. Что-то вообще как-то... Очень жестко. Это так, все потому, да что я давай. Да и говорили, это полная жопа здесь происходит. Джонни, Джонни, терпи. Джонни, беги. Не знаю. Да я его... Мы... Раз... О, а, Джонни, я тут. Сзади, 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 сзади. С какого ну, сзади? Завис, тварь, отлично. Сзади, в смысле, отовсюду. Сзади, да, вот так, как со говори. Всех сторон. Вот так и говори, сзади они везде. Блин, ему буквально чуть-чуть осталось. Да, это вот этот наверху, который. Да, влез. Да, да. Я хоть кого-нибудь сегодня убью вообще, не? Нет. Ну пожалуйста, я с очень первого хочу. Раза не факт. Слушай, Люк, ты пятерых уже вальнул. Шестерых. А, нет. Пятерых. Блин, перезарядка не вовремя. Ну еще будет, когда я приду охотником. Ой, да. Да ты хорош! Беги, Форест! Да, конечно! Форест упал. Форест упал, больно очень, смотри. Головой ударился, сознание потерял. А, самую малость. Меня сейчас втроем загрызут, твари! Ну, бежим, бежим. Счет всего лишь 11-23. Го-го-го. Я так понимаю, мы не побеждаем. Как ты угадал? Я провидец. О, я вижу, сверху. Стой, тварь, куда пошел? Вот я стрелял, все обойма высадил и ни разу. И ни разу не попал. Блин. Ой-ой-ой, что за град стрел? Со всех сторон, ничего не вижу. Это хорошая штука. Блин, я опять сознание потерял. До страха, наверное. Или надышался чего-то. Мы хоть раз когда-нибудь победим, мне интересно. Когда? А вы еще ни разу не побеждали? Вообще ни разу. Ты посмотри на них. А теперь на нас. А теперь еще раз на них. Теперь и опять на них. На нас. А теперь на нас. Я они на последнем. Они на коне. Они на коне. Но у нас, наверное, тоже есть конь. Только мы на нем не мы сидим. Мы быстрее под конем. Ну я же говорю, у нас есть конь, но мы не на нем. Ты чё тут с клянками? Да ты куда? Стой! Стой, 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 стой! Не убивай его, пожалуйста. Пожалуйста, не надо. И меня... Да как он меня поймал-то? Джонни, Джонни, Джонни! Арбалет вообще всё. Хорош. Против них вообще отлично. Ну? Ну, мне как бы тоже вроде бы арбалет, но... Лучше, чем алхимик. Не вижу никого. Слишком тихо. Они обходят сзади. Ну, точнее, куда я смотрю. Ага, вижу. Да не кидай ты в меня эту хреноту. Хорош. Спину собака. Вот сейчас, Алшадат, мы будем играть за вампиров. И теперь вы посмотрите, какой у меня новый скилл. А, у тебя для вампира? Да, он такой же, как старый. А, нет, слышишь? А, одно поражение нам осталось. Да, но это для смены или... Скорее всего, для смены. Это он, короче, этот... такой же, в принципе, как и старый будет, да, у вампира. Только сама фишка цвет и чуть-чуть он усиленный. Ага. И он офигенно редкий. Все. Ты просто понимаешь, я каким-то боком умудрился отхватить редкий перк. Отсюда о, никак. О, слышь, а здесь карта есть. В смысле? На Z. Нихера себе. Вы вот все время-то играли. И не знали, что есть карта? Нам... А как лазить? Shift, вот, Shift. Понял, понял. Так, ну в принципе мы еще можем победить. Теоретически. Вон они, около меня внизу. Ага. Ай-яй-яй, запутался в управлении. Я чуть не сдох в управлении. На F это ускорение. Ох, нихрена себе. Скоростной просто троих сейчас возьму. Еда, еда, еда. Блин. Меня забили. А мы пожрали. А как жрать? На X, когда трупы валяются. А-а-а. То есть берешь на E, на E берешь, а потом X. Ну можешь на E даже не брать, просто подвигаешь и на X. Да? Если рядом никого нету. А я, блин, постоянно пытаюсь его взять. Ну, E для того, чтобы, типа, оттащить его.
На стеночку. Сейчас мне по щам надавали. Да, меня прям взорвали по-дикому. Так. Отлично, сгорел. Меня, короче, разорвали на части. Да что-то я смотрю, мы не вампирами, не людьми-то не особо. А мы тебе о чем и говорили? Бежим, давай. Ну что ты застрял-то, дядя? Подожди, блин, когда сдохну, на какую надо нажать, чтобы поменять? L, английская. L? Потому что я, судя по всему, скилл-то не взял, хотя в инвентаре ставил. Так а ты тут не сможешь его поставить, если ты его не взял. Почему? Тут только выбор персонажа, если я ничего не путаю. Нет, ты же в самом начале, когда начинаешь, ты ставишь себе скиллы. Ой-ой-ой, меня цепи поймали. Да пошли поймали. В баню. Что делать? Слышишь, они вообще какие-то дерзкие. Вообще. На L? На L, да, английская. Дикие какие-то, прибежали такие, расстреляли. Цепью поймали меня. Потом расстреляли, еще и по щам палкой дали. У меня стоит, по сути, этот Винтер, но что-то я не вижу разницы. Ах ты, тварь. Почему-то он, короче, то же самое. Хотя на картинке, когда, знаешь, как превью смотрел, там было показано, что это, руки светятся синим. Ну, непонятно, почему тогда. Я так надеялся. Я хотел отличаться от вас, неудачников. Ну, не вышло. Тут как бы с неудачниками-то тут, да. Так. Слушай, я тут так по кругу ношусь, я найти их не могу. Они возле нас, смотри, где мы. О, я первого чувака завалил, пацаны, да, я завалил ладно его. О, да, детка, я прям монстр. Не круче меня. О, сейчас я второго завалю какого-нибудь. Нет, не успел его, другой завалил. А можно я тоже похаваю? Можно, конечно, приятного аппетита. Нет, второй раз один и тот же труп взирать нельзя. Печаль. А так хотелось. Ой, я тебя видел. Ты сзади не зайдешь. Получи гранату. О, я, кстати, черной фигней этой кидаюсь. А, это ты кидаешь? Так, покушать. Какой черной фигней? Ну, дымом этом. А, уйди, ну я уйди, тоже уйди, кидаю. Уйди. Этот толстый меня завалил. Ну, в смысле, да хорош, щитом. Где он? Я не знаю. Я тоже кого-то вальнул. О, смотри, он может толстого поднимать вверх и сбрасывать. Но он может как бы всех поднимать вверх и сбрасывать. То есть он не только толстых вверх поднимает, да? Нет, он как-то не отличает. Ай-яй-яй, мужики, я был неправ, я ухожу, все, меня здесь больше нет. Да, что-то слабовато мы за людей сыграли, к сожалению. Толстыми назвал. Кого что назвал? Зря ты его, говорю, толстым назвал. А, то есть, думаете, он обиделся? Да. Меня сейчас как-то убили, странно, я даже не понял этого. Я такой в толпу ворвался, и мне дали по щам, все. А еще не синяя штука, вокруг них бегают. Синяя штука это хп. Синяя штука это, да, их лечит. Ага. По щам, да, по щам дали всем. О. Они двое ходят вместе, собаки. Е-икс. Нормально, я первый раз попробовал человечины. Серьезно? Гаси, подонка! Надо чаще кушать. Так, свалить. Что-то как-то вяло. Свалить. Гаси их, вали! Ломай ему член. Нет. Я залил. Что случилось? Зачем? Я не знаю. У него каким-то золотым отливом щит отдает, между прочим. Ну, прокачан, видимо, там. Мне дали один experience kill, кто-то там. Ну, одну экспу дали тебе. Да. Ты прям качаешься на глазах. Да, прям собаки, растую. Они видят. А я вот никого не вижу. О, не, мужики, я туда не пойду. Давайте сами. Слушай, а кто их отмечает? Или когда они в эту попадают? Они когда в эту попадают. Вот, один тут. Один я бегу сзади. А как завалить его, кстати? Просто бей на левую кнопку. Блин, надо убегать. Ты если за такого же охотника играешь, на F нажимаешь, у тебя скилл, то что ты невидимый. Не, у меня этот, скорость.
скорость, я ускоряюсь там. А может и невидимый. Не знаю. Но что-то он точно делает. Ах ты. Че, одно поражение? Одно убийство и нам конец. Угу. Ну, собственно, ничего необычного не случилось. Ну, собственно, все как всегда, и я думаю, на этом мы все-таки закончим. И я врываюсь в толпу, даю по щам, убиваю всех, ну, нет, точнее, проиграл ты, и затем мы все позором проиграли. Не-не-не, это был не я, тут вот второй стоит какой-то, за живот держится, это вот он стопудово. До новых встреч. Всем покидос. Scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight.